технические проблемы. Сейчас это просто слова, которые ничего не значат. Но время скоротечно. И эти слова станут значимыми для всех. Загрязнение воды нефтепродуктами. Загрязнение воды бытовыми отходами. Вырубка лесов. Животные, находящиеся под угрозой вымирания. Дождь бил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался
сплошными потоками, так, что как уходили волны, заливаясь на суши, ливнями повалило тысячи лесов. И тысячи раз они вырастали вновь и вновь, и снова падали под тяжестью гор. Так навеки повело здесь. На Венере! Наши отцы и матери прилетели обшивать дикую, дождливую планету. И вот мы здесь мокнем. Дождь, дождь, дождь! Внимание, внимание! Всем приготовиться ко включению искусственного солнца. Наташа.
Наташа. А почему? Я не понимаю. Ну почему не Виолетта, не Кассандра, не Элиза? Потому что Наташа. Ну что, добро пожаловать в класс. Потому что Наташа. Пойдем. Куда? В душ. Я не хочу в душ. Так положено. Ты же не хочешь нарушать правила? Я не пойду в душ. Ну вот еще. Конечно, пойдешь. Внимание, внимание! Всем приготовиться ко включению искусственного солнца. Еще один замечательный день на нашей планете. Просим вас разойтись по комнатам и желаем вам спокойной ночи. Чудится, что он не помнит, как тепло обжигает лица, грудь,
наши пальцы и все тело. Им кажется, что они вспоминают солнце, а потом не просыпаются. И опять барабанит. И сны разлетаются, как дым. Зарядки остается 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подъем! Утренняя зарядка. Когда здесь последний раз?
внимание. Рекомендуется подготовиться ко встрече с солнцем. Нужно помнить, что на солнце нельзя смотреть без соответствующего оборудования. Также рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами при нахождении на солнце. Солнце — это
Неужели вы думаете, что можете лишить меня солнца? Оно всегда со мной, понимаете? Очень скоро мы все сможем вернуться домой и каждый день видеть. Yeah.
я сменю маршрут, прошу, посмотри по моей дороге. Воскресное солнце, солнце жарит, и спорят о чем-то нервные люди. Сказала ты, прости, сегодня парень, у меня есть солнце, но меня любит, 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 меня любит, 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 меня любит, 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 меня любит, любит, любит. Изменила ведь не важен, глубоко пальто посажен, и вон ту мою сутулость не исправит даже массажем. Но ты бесстрашен, я бесстрашен, между башен Москва этажем. Я попрошу мне не отвечать, и ты ничего не скажешь. Я люблю.